Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Слова мои для вас». Музыка исполнения слова Фомовича из цикла «Жившая поэзия». Толпятся звезды над моим окном, и к ним взлетают строчки озорные. Не успокоит ночь сегодня, сынок, я буду строчки сочинять хмельные. Так далеко до звезд, так далеко на строчки долетят, я это знаю. Рука на лист легла, ей так легко. Я пишу, я ей успеваю. Но не о звездах речь, она о вас. Не знаю я, не знаю, что там с вами. Мне не хватает смелости сейчас. А вы за милями, вы за грани. Забьюсь мышей, что метет с утра. Она мне звезд много подарила, но мне дороже свой из-под пера. Он лишь для вас его творила. То сердце звон, вы слышите его, вы слышите мелодию над вами. То страдание сердца моего, коль умею я сказать словами. Толпятся звезды над моим окном, не к ним взлетят мелодии хмельные. Не успокоит ночь сегодня сном. Готов ли я для вас слова родные? Толпятся звезды над моим окном, не к ним летят мелодии хмельные. Не успокоит ночь сегодня сном. Готов ли я для вас слова? Thank you.
два слова родные. Спасибо за внимание. С вами был Самойлов Фомович. Музыкальная композиция «Экспромт». Слова мои для вас. Стихи Ивана Шумилова.